Так, значит, видео у нас будет по счету с просадкой. Значит, нужно сделать расчет и помочь трейдеру узнать, какой убыток будет при достижении определенных диапазонов. Значит, у нас такая ситуация. Сейчас все нанесем сюда. Значит, ситуация такая. Объем 0.09, на текущий момент просадка 42%. Здесь продажи. Вот. И по объему. Объем у нас средний. Уровень 1995.45. 1995.45. Так, нанесем данный уровень на график. Так, давайте мы здесь, где анализ у нас есть. Да, по-моему. Так. И здесь объем 0.9. Так, значит, уровни, до которых у нас возможно, от которых пойдет реакция. Значит, ну, можно округлить. Ну, 2100 у нас. Давайте 2090-2100 и годовые диапазоны 240-270. Нанесем это на график и померяем, сделаем расчеты по нашему риску. Так, 200 и 290 240 и 270, то есть вот диапазон, от которых может последовать реакция. Давайте сейчас преобразуем это в один ордер, как это у нас будет. Ну да, значит, 970 до нижней границы, а $97. $97. Так, ровно 97. $873 при достижении этого уровня. Сто сорок пять и сто семьдесят шесть. Ну да, здесь уже критика. И 176. А значит, ну, на этом уровне у вас практически убыток будет полный. Значит, давайте посмотрим, от каких уровней можно взять, чтобы у вас объем немножко не давил. Какие у нас могут быть варианты, да? Варианты, где мы можем в понедельник сделать покупки.
Ну, если, конечно, эти уровни дадут более выгодные точки. А вот у нас уже построение как бы есть. Но здесь еще можно взять 50% возьмем. Ну, здесь, если будут откат делать, они эту свечу поглотят. Значит, здесь объем расположен, ну, минимальный нужно от минимального идти, да? 0,01 покупка в вашем случае. Вот здесь 0,01 покупка, здесь 0,02. Давайте посмотрим, если зайдет вот этот ордер, да, на 2056, какой у вас убыток будет на тот момент. Значит, здесь у вас будет 8 ордеров. Ну, уже поменьше. А если, ну, здесь мы, ну, вряд ли, если будем поглощать этот импульс, я думаю, до этого уровня мы можем не дотянуть. Это чуть ли не поглощение. Мы закрылись выше зоны, у нас цель на вот этот диапазон. Вот. Можно сделать так. Значит, здесь расположить 0,02, а вот здесь 0,01. Вот. Но не более того, ни в коем случае на полный замок. Ну, потому что если мы разворот имеем, вы имеете полный замок со своей просадкой с минус 42%. Это ни в коем случае нельзя. Нужно делать частичное локирование в данный момент, чтобы выдержать просадку. И на этом уровне через разворот хотя бы позицию взять 0,01 в продажу. Какие могут быть у нас, значит, моменты? Можем здесь от этой точки развернуться, да, то есть здесь 0,01 взять продажу. Нужно контролировать. И на глубокой коррекции, то есть у вас позиция здесь 0,02. Эти позиции можно без убыток поставить, потому что если будут пробивать, чтобы эти позиции у вас тут не остались. Эти позиции они для того, чтобы сократить просадку по тому объему, который у вас тут есть. Но когда цена дойдет до этих диапазонов, их нужно перевести в без убыток. Вот. Если пойдет коррекция, эти зоны все пробьются, и цена будет ниже уходить. А если реакция у нас на этот диапазон не будет, паттерн на разворот искать вот в этом диапазоне. 230 можно начинать, тире 270. Здесь позицию 0,01 взять. И на коррекции потихоньку закрывать ваши продажи, соединять. При достижении вот этого диапазона 230, вот позиции, которые здесь у вас будут, 0,01, 0,01, если мы до этого уровня в откат дойдем, ваша задача здесь две позиции взять. Вот. При достижении данного уровня, при закрытии этих двух позиций в минимум, нужно посмотреть ближайшие ордера, какие на каком уровне у вас. Давайте сейчас посмотрим. Так, где это скрин? Так. Позиция у вас на уровне ближайшая 2029. Нужно записывать это все. 2029.
Так, объем 001. Там у вас СЛ 003 на 2010, наверное. Так, здесь объем 001. 2010. Здесь у вас 003. Давайте смотреть, значит. Закрытие двух позиций. Значит, две тысячи двадцать девять и две тысячи десять. Вот здесь, в этом случае при достижении, можно на этот плюс 2010 две позиции, я думаю, перенести. Можно даже как сделать. Пусть они там с небольшим убытком, да, будут. Это сейчас мы говорим при достижении уровня 2040. Значит, на вот этот плюс, который вы будете иметь, первую позицию с 2029 вы закрываете. Вот. И с 2010 вы закрываете одну позицию. Да, будет небольшой убыток. Вот в районе, может, $10, там 15. При закрытии вот этих ближайших двух позиций. Вот эту вы закрываете позицию. И с уровня 2010 одну позицию. Тут у вас 003. Вот. И на вот этом уровне вы переоткрываете эти две позиции. То есть вы не добавляете в рынок дополнительный объем, а по более выгодным ценам берете. У вас здесь снизу остается 0,07 совокупе. У вас средняя будет немножко смещаться выше. Да, вы разомкнули, получается, замок. Вы за счет покупки перенесли на более выгодные цены. Другой вариант. Другой вариант, можно частично, можно сделать по-другому. Можно здесь три позиции поставить. Вот. И чтобы у вас перешло, можно три позиции закрыть. И здесь три переоткрыть. Это, я думаю, лучший вариант будет. Но момент какой? Когда цена... Вот эти объемы нужно будет перевести в безубыток, когда цена дойдет до 2090-2100, их нужно перевести в безубыток, на тот случай, если резкий импульс будет, чтобы они у вас тут не зависли. Да, мы не дойдем до этих точек. Вот. Ну, то есть, здесь на этом уровне 2056-55 взять, то есть одну треть залокировать вашего объема, чтобы сократить нагрузку на депозит. Значит, здесь у вас получится в рынке по продажам по 6 ордеров, ну, соответственно, просадка у вас вот. Вот такая будет максимальная просадка при достижении, если с учетом того, что у вас три покупки зайдут 2056-2055. То есть ваша задача там три позиции взять. Если они, допустим, другой вариант, что делать, если цена от текущих, там, да, она пойдет сюда, то здесь остаются эти покупки. Вот здесь есть два уровня, значит, можно здесь взять 002, это у вас будет покупок 005, ну и соответственно здесь взять 004, это у вас будет полный замок. Это, во-первых, это снизит, если такая ситуация будет, это одна из лучших ситуаций, да?
Вот. И уже поработать на сокращение, на сближение объемов. Это будет гораздо проще, и у вас в фазе накопления, то есть есть возможность избавиться от вот этих покупок, которые впоследствии, ну, могут затянуться, если фаза накопления продолжится. В этой фазе вы можете очень хорошо поработать, избавиться от некрасивых объемов и по 0,01 сел продавать и сокращать ваши объемы, которые здесь. Ну, то есть, чем больше фаза накопления будет у нас находиться, тем быстрее вы можете выйти из просадки. Но, как бы, я говорю со своего личного опыта, да, как я вижу и как это можно сделать. Но я, еще раз говорю, просадками я не занимаюсь и заниматься уже не буду никогда. Я могу просто дать рекомендации, что бы я делал, если бы я занимался. Так как я в таких ситуациях не нахожусь, не находился и находиться не буду, вот, и просто совет изначально в будущем: используйте стопы. Еще раз повторю, при работе со стопами не нужно иметь большие стопы, 1, 2, 3 доллара. Вот. То есть тот минус, который у вас есть, это если брать по 3 доллара, это 230 стопов. 230 стопов. Если брать соотношение даже 1 к 2, 1 к 3, сами понимаете, то есть сколько раз вы можете ошибаться. То есть вы получили стоп там минус 3 доллара по одной позиции, вы можете там 230 раз ошибиться, чтобы такой минус сделать, который у вас сейчас в рынке. Вот. И я уверен, что работая с таким стопом, вы бы такой минус никогда у себя не видели. Вы рискуете, допустим, 3 доллара, чтобы минимум сделать минимум 6 долларов. Да, получили убыток, пересмотрели свою торговлю, там один убыток, второй убыток, но вы будете иметь минус там 15 долларов, 20, ну 30, но не 700. Но это на будущее, когда вы с этой ситуацией разберетесь, я надеюсь. Вот. В принципе, моя вот рекомендация — поступить таким образом. Если дадут выгодные цены, взять эту торговую идею себе на рассмотрение. Вот. Значит, какой вариант у нас может быть? Еще один вариант может быть, что у нас может быть реакция с 2090, 2100. Мы можем к этой границе пока сразу не пойти, а через накопление можем пойти. Что в этом случае можно сделать? Если дадут завтра вот эти выгодные уровни, вот эти три позиции, которые вы закрываете, давайте померяем, значит. Можно эти три позиции закрыть здесь с плюсом. Вот. Ну, 2029 то по-любому выводить. И на вот эти плюсы, которые вы закроете, закрываете две позиции. С уровня 2029 закрываете 0,01. Да, будет какой-то небольшой убыток по этому усреднению. И один объем 0,001 с уровня 2010. У вас на уровне 2010 останется объем 0,02. И это будет у вас... Сейчас покажу, что у вас тогда получится. Значит, здесь у вас объем будет тогда 7 позиций. И это тоже даст запас прочности, чтобы не просесть на глубже, грубо говоря. Значит, вот максимальная просадка. Но
Что делать дальше? Давайте разбираться. То есть вы закрыли. Цена уходит в накопление, к примеру, да? Вы закрыли и эти объемчики закрыли. Вы их тут не переоткрываете. Вот у вас в продажах 0,07. И здесь можно дополнительно, то есть от этого движения цена может опять такую же коррекцию дать. Вы здесь уже не 0,03 берете, 0,02. У вас уже перевес получается сокращается. У вас не 0,07, 0,05. Соответственно, при достижении вот этой коррекции, давайте померяем. Вот, к примеру, цена дает коррекцию 2 уровня. Вот этой точки имеет коррекцию такую. И еще одна коррекция. Может глубокая коррекция, поглубже быть. Вот ваш объем. Значит, здесь вы 0,01 берете, а здесь 0,01. Вот. Две позиции. И с этим объемом у вас, как бы, если он тут останется, проблем не будет. Потому что в будущем можно... то есть у вас продажи 0,07, а покупки 0,02. Значит, дополнительные уровни, где вы можете еще добавлять покупки. Здесь пару объемов можно добавить. Вот, и вот такая у нас моделька получается. Если мы через накопление пока туда не идем, то есть мы будем копить в этих диапазонах. А вот то, что мы вот этот слом показали, да, слом, это не будет, он еще являться моментом, что это у нас сразу разворот. У нас может быть раскачка вплоть до двойной вершины, то есть мы можем вот так ходить. Вот. И когда мы будем доходить до этих уровней, там, да, то есть вы этот объем можете закрывать, и, соответственно, здесь у вас перекрытые, грубо говоря, два ордера будут. То есть вот этот пучок вы весь закрываете наверху, на двойной вершине. Мы можем опять после этой раскачки вверх не пойти. Вы закрываете эти 0,04 из уровня 2010, еще дополнительную позицию закрываете. У вас останется объем 0,06. Здесь вы не продаете. Вы ждете опять коррекции, опять делаете покупки. И за счет вот этого не толкай, вы постоянно, постепенно будете избавляться от объема, который у вас ближайший 2000 на 2010. Потом постепенно переходим к последующему объему. И таким образом вы эту просадку можете, грубо говоря, пересидеть с минимальной нагрузкой на диапазон. И когда мы достигнем данного диапазона, тот объем, который у вас останется, ну, если такая структура будет, допустим, ну, останется там, ну пусть 0,06. Вот здесь вы 0,01 возьмете, у вас покупок нет. Вы сократили, получается, объем. Во-первых, у вас нету 0,02 вообще. Вы его вывели с рынка. Здесь вы взяли 0,01. От глубоких коррекций, ну, на тот момент нужно по анализу рынка проводить. Вы также делаете покупки там 0,02 примерно. Но за счет плюса вот этого продажа вы на этот плюс, который будет, к примеру, да, вот я вам модель рисую, что у нас может быть произойти, какие могут быть откаты. Вот ваш 0,01, который вы взяли, на этот 0,01 вы можете закрыть позицию с уровня вообще там, которая на 2000, ну чуть ниже там, на 2000 у вас будет.
Вот здесь у вас позиция на 2000. Значит, у вас, к примеру, было здесь 0.06. Здесь у вас вы взяли 0.01, а при достижении 2000 вы здесь сокращаете объем. От 0.6 у вас остается 0.5. Этот объем вы закрываете. 0.5. Здесь две покупки взяли. Цена идет, ну, на этот момент можно определить потенциал движения. Опять две позиции, допустим, вы закрыли на этот плюс, еще одну продажу закрыли. Здесь уже можете переоткрыть. То есть покупок нету. Снизу у вас 0.4 остается, сверху 0.01. Цена опять начинает флетить, и постепенно вот таким образом 0.03 остается, здесь закрыли. Покупку уже покупаете там по 0.01, да? По 0.01, потому что здесь у вас объем уже сокращается. И 0.01 это будет всего лишь 1/3. Здесь нельзя переборщить, да? Ну, как бы тренд у нас в любом случае восходящий, да? А куда бы мы пошли, если будете покупать, в любом случае, ну, на длинной дистанции вы все равно будете в плюсе. Ну, более подробно нужно в данной ситуации контролить, и я думаю, видео периодически записывать. Может быть, в подобной ситуации не только вы, может быть, еще кто-то находится. Поэтому, если кто-то увидел подобное видео и у него есть такая ситуация по золоту, можете мне написать. Вот. Могу проанализировать также вашу ситуацию. Друзья, надеюсь, данный формат был полезен. Соблюдайте риски, не попадайте в трудные ситуации. Всем успехов, пока. Берегите себя и близких.